сердца не было, все было хорошо. Все равно не удержите, власть вы не удержите, это однозначно. Что это такое? Рот закрыла! Пошел, захотела ДНР, хотела в России Хотели, мы ничего не хотели, вот именно. Мы войны хотели, что ли? Хотели. Что ты Кто никого и все уничтожают. Мне нужно защитить ветераны. Ты просто не защищаешь. А кого ты защитил? Защитил. Яры, это вы не можете с оружием встать со спустя. Дай мне оружие, дай мне оружие. Саша, пошли, золотая, пошли, моя, пошли. Видели, кто у нас теперь на крыше стоят? Убийцы! Да. Порошенковские, Баковские, все, и Тимошенко, и Тягнибока, и Турчинова. Это все убийцы. Они здесь у нас убивают за деньги. Да. За наши деньги, день. Которых мы не получаем. Каждый день ребенок подсказывает. Как вот это ребенка, можно назвать этого ребенка террористом или сепаратистом? Он что, кого-то убивал? Рептилии кого-то он убивал? Что он этого Порошенко или Тягнибоку, или того Турчинову сделал? Что он занимается? Мародерство? У нас же с памятника афганца висел СССРовский флаг. Они его порвали, выбросили и повесили украинский. Ну да, конечно, так. Это же свобода. Слышишь, а вот самое простое, сейчас он шел, да, как военный, да, и фотографировал, а потом будет дома показывать, как это красиво. Конечно. А вот это красиво, конечно, он герой. Да? Он герой.